девочки, всем доброе утро. Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Марина. Продолжаем марафон, проект «Кому как удобно». Тканевая масочка. Подготавливаем свое лицо к Новому году. Преображаем себя. Сегодня у нас 5 декабря. У меня уже на этой неделе вторая масочка. В проекте третья. И я выбрала вот такую вот масочку корейскую. Маска для лица. Кензимом Q10. Маска смягчает, питает, увлажняет кожу, делает ее гладкой, упругой и эластичной. Кензим 10 оказывает лифтинг эффект, активно разглаживает существующие и снижает вероятность появления новых морщин. Специальная форма 3D маски обеспечит идеальное покрытие всех областей лица. Я свое лицо умыла, очистила, подготовила. Оно у меня сухое. И сейчас масочку я открою. Сейчас одену повязочку. Ошибки случаются. Столько много там. Можно на шею нанести. Шкапает. Вот масочка. Для носа сделана. Девочки, смотрите, какая масочка. Очень шикарно пропитана. Прям с нее аж течет. И подбородок вот как кармашек сделан. Вот для носа. В общем, шикарная масочка. Я остатки на шею намажу. И там еще очень много жидкости. На масочке находиться. Вот также вот рекомендую 2-3 раза в неделю использовать. На 10-20 минут. Буду 20 минут, потому что она очень шикарно пропитана. Все, девочки, я к вам вернусь. Девочки, прошло 30 минут, но маска еще влажная. Краешки вот чуть-чуть высохли. И буду снимать. Очень приятный аромат. Лицо посветлело. Освежилась и питание. Сейчас пару минут, пусть питается и смою все через минут через 5 и вернусь к вам. Девочки, лицо я умыла, смыла остатки масочки, чуть-чуть волосы привела в порядок. Нанесла я дневной уход свой. Присоединяйтесь к марафону, девочки. Любите себя, балуйте себя. Найдите для себя любимых 15 минут 3 раза в неделю. И будьте красивыми. Пишите свои комментарии, чем вы, девочки, пользуетесь, какие вы масочки любите. Всем удачи. Пока-пока.